Мам, можно я погуляю возле тех деревьев? Хорошо, Стивен, только чтобы я тебя видела. О, гриб! Такой красивый! Еще один! И еще! А что, если из них сварить грибной суп? Вот это я здорово придумал! Наверное, он получится очень вкусным! Ничего не буду маме рассказывать! Пусть это будет для нее сюрпризом! Вот она обрадуется! Стивен, мне нужно срочно съездить на работу. Побудешь немного один? Я ненадолго. Да и Грета скоро должна прийти. Конечно, мамочка! Езжай! За меня не беспокойся! Хорошо, а как приеду, сварю вам что-нибудь покушать. Ничего, сейчас Стивен сварит грибного супчика. Я помню, как мама его готовит. Так, картошка, лук, морковка, грибы. Вроде ничего не забыл. А вот сколько его варить, я не помню. А, думаю, 10 минут хватит. Как вкусно пахнет! Сейчас я его попробую. Привет, Стивен! А где мама? Мама на работу уехала. Садись, поешь супчик. Грибной. О, здорово! Сейчас только руки помою. Ага. Ой, Стивен, что с тобой? Ты весь в пятнах. Не знаю, Грета. У меня что-то живот болит. А что в супе делают мухоморы? Стивен, а кто готовил суп? Я собрал грибочки в парке и из них сварил суп. Что теперь делать? Надо срочно звонить в скорую. Мы сделали ему промывание желудка и дали таблеточку. Слава богу, что все обошлось. Ну ты даешь, малыш. И как ты только додумался приготовить суп из мухоморов? Они же ядовитые. Я просто увидел красивые грибочки в парке и захотел приготовить суп. Я не думал, что они ядовитые. Стивен, запомни, никогда не собирай грибы, если не знаешь, съедобные они или нет. Даже если они очень красивые. Вот-вот,